200 заряженных рюкзаков со школьными принадлежностями, от карандашей и линеек до тетрадок и дневников нашли своих маленьких обладателей. Уже на следующей неделе весь подаренный письменный арсенал будет приведен в боевую готовность. А все для того, чтобы наши юные дарования могли без лишних хлопот начать учебный год. Эта акция ежегодная, мы уже в ней принимаем уже третий год подряд. Считаю, что оказанная помощь, мне кажется, поможет детям в дальнейшем стать на правильный путь в жизни, найти себя в этой жизни и достичь всех высот, успехов. Конечно, на подарках весь год не продержишься, но на первых порах будет кстати, тем более в такой сложный экономический период. Но не будем о грустном, особенно когда со сцены для зрителей поют дошколята. И пусть иногда не впопад, зато со всей душой и не за гонорар. Праздник искрился танцами и выступлениями. Поддержать ребятишек выразили желание администрации Советского района, коммерсанты и различные ведомства. На самом деле помогают детям по всей России. И такое внимание, несомненно, придаст тонус как родителям, так и самим ребятишкам. Устроили замечательный праздник для наших детей. Они закупили хорошие, красивые подарки, которые нужны. Надеемся, что наши дети благодаря этим подаркам будут еще лучше учиться. Праздник проходит очень хорошо, весело, вы видите, да, что ребятишки очень довольны. В школу хочется очень сильно, так как хочется встретиться с друзьями и увидеть нового классного руководителя. А здесь мне очень нравится, потому что выступает очень много детей, и это веселит. Все понравилось. Хорошие подарки дают. Ну, 1 сентября. Готова полностью. Подарки очень хорошие. Я посмотрела, у девочки тоже очень хорошие посмотрела. Ну все нормально, мне нравится. Боярцы Дыпов, Вячеслав Сердюченко, Первая альтернативная.